Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Евланов и канал Сады Тамбовщины. Перед нами будлей Давида, и я ее готовлю к зиме. Я ее готовить буду сразу буду укрывать, потому что завтра в ночь у нас уже передают морозы до минус 7. Наша золотая осень и бабье лето наше кончилось. Увы и ах, так печально, но тем не менее. Вот с завтрашнего дня будет у нас промозглая, продряхшая осень. Такая сырая, слякотная, с морозами, оттепелями, дождями, снегом, снегом с дождем и т.д. и т.п. Так что будлею я сейчас готовлю сразу, для того, чтобы уже оформить ее в зиму, потому что потом я боюсь, что земля промерзнет, немножко схватится, и я даже не смогу прикопать ее к горшку. Ну, а что конкретно я сейчас буду делать, я думаю, вы увидите все сами. Итак, друзья, поехали. Первое, что мы делаем, это обрезаем куст, ну, а потом все по порядку. Жалко прощаться с таким большим кустом, но ничего не поделаешь, куда деваться. Ну вот, собственно говоря, что и осталось от моего шикарного большого куста, который нарос именно в этом году. Ну а сейчас накрываем 60-кой утрасилом плотно. Сейчас, кстати, еще хотел померить, подойдет ли у меня вот этот горшок. По высоте подходит, а вот по ширине нет. Сейчас я на минуточку отключусь и продолжим с вами. Итак, друзья, принес такой вот небольшой шпагатик. Чтобы все веточки подтянуть и собрать немножко в кучу. Достаточно плотная растительность, которая обрежем.
нормально. Будет защищать. Друзья, закрыл двойным слоем ультрасила, плотность 60, надел сверху пластиковый горшок, у него есть вверху дренажное отверстие, это технический горшок для посадки растений, вот через эти отверстия будет идти воздухообмен, а вот сейчас весь вот этот ультрасил, который вокруг еще прикрывает корневую зону, вот я его сейчас буду окучивать. Ну вот, собственно говоря, и все. Да, опять забыл. Еще кое-что забыл. А может быть, просто накрыть вторым слоем даже можно. У меня в предостаточном количестве есть очень много ультрасила. Так что не пойду я за вот такой ультрасил. Берем раз, два, в четыре. Сверху положили еще один слой ультрасила, в 4 слоя. Я не стал накрывать в 8 слоев, так как считаю, наверное, это будет перебор. В прошлом году вот так сверху я кидал старую куртку свою. Вот, сухую, чистую, но старую куртку. Потом весной мы ее достали, выкинули. Сейчас уже тоже есть куртка, но не пошел за ней. Вот, накрою ультрасилом и сверху. Сверху теперь закрываем большой пластиковой бочкой. И сейчас вот это еще все подокучиваем.
после того, как стукнут морозы, края у этой бочки замерзнут, конечно же. И потом ее порывы ветра уже не будут никуда девать. Вот. Но сейчас, пока не замерзли, так как завтра передают у нас большие порывы ветра, ураганные, то сейчас положим небольшой балласт сверху. Ну вот, собственно говоря, на этом все, и укрытие у нас будлей закончено. Ну а сейчас давайте подойдем поближе и сниму все вокруг. Вот так вот будлея у меня уходит в зиму. Так я ее укрывал в прошлом году и также укрыл в этом году. В том году перезимовала она у меня отлично. Вот. Ну а что будет с ней, теперь уже посмотрим, скорее всего, где-то в середине или в конце апреля, какая весна у нас будет. Всем пока, всем всего доброго.